кредит под свое имя, оплатила своему возлюбленному ремонт. А сказал Светка, замуж за меня иди? Но он не сказал, но он мне сказал. Честно, волшебные слова. Какие? Я тебя люблю. Я люблю тебя. Где моя сосиска? Я есть хочу, я с работы люблю. Пришла. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Илья, Юрий и Виктор. А невеста у нас Светлана. Здравствуйте. Проходите. Светлана, 33 года. Через месяц после знакомства с мужчиной решила оплатить ремонт в его квартире, но вскоре была выставлена за дверь. Светлана – менеджер проектов в строительной компании. Имеет звание младшего лейтенанта и академическую степень MBA. Предупреждает, что ее командный голос не соответствует ее характеру. Светлана старается обходить стороной кавалеров, у которых слишком много свободного времени, а также не видит себя женой иностранца. Выйдет замуж за мужчину с принципами, который состоялся в профессии и мечтает о семье. Привет, девчонки. Здравствуйте. Какие вы все нарядные. И с пирожком пришла, и Да. Разрешите, пожалуйста, вам подарить вот эти цветы. Давай, голос подар... какой у вас. А я метнусь пока поставленный. Ну, смотри, какая красавица. Вот берем. Девчонки, ну так вот честно признаться, я, конечно, читала вашу историю и думаю... Какая дура. А потом думаю, а сколько я таких дурацких поступков совершила в своей жизни. Взяла кредит под свое имя, оплатила своему возлюбленному ремонт, рассодержала. Молчи. Для чего мы это делаем? Вот, конечно... А я еще откупные давала, чтобы только отвязался за деньги. Да. Я даже вот сейчас не могу понять, для чего мы это все делаем. Но делали все, по-моему. Если откажешь? Неприлично как-то. Ведь я же с тобой не за денег, поэтому на, бери все, что у меня есть. А есть умные, в отличие от нас, которые говорят, я своему мужчине дороже, чем 2 рубля, подарок жизни не сделала. Я ему говорю, это плохая примета. Вот однажды я подарила любимому дорогой подарок, и мы с ним расстались. И больше я дорогов ни подругам не делаю, ни родителям, никому. Плохая примета. Супер. Не хочу расставаться. Молодцы. А вы вот из наших будете, из дур. А он просил вас об этом, или была вот такая вот чистая, добрая воля? Это была чисто добрая воля. Ох, какой голосок-то, детка моя. На самом по утрам, наверное, кофе утрам... с курятинкой, да? Да, и гимн Российской Федерации. Зато с утра точно не проспишь. На самом деле, все это было от души, и я просто видела, что человек на самом деле влюбился в меня, я в него влюбилась, потому что, наверное, настолько я хотела вот уже семью, mm-hmm. уже какой-то свой угол, что когда он мне показал стены и делающийся пол, я видела в процессе разговоров, слышала там с его семьей, он меня познакомил, что, ну, не хватает ему финансов. Сказал, Светка, замуж за меня иди? Но он не сказал, но он мне сказал честно, эти волшебные слова какие? «Я тебя люблю». Ага. И я тут растаяла, конечно же, и подумала, ну все, вот оно, наконец-то вот этот вот мужчина моей мечты. И до того, чтобы сделать предложение, только маленький шажок нужен в виде вливания в общий дом. Он никаких условий не ставил мне, и на самом деле нет, он мне конечно, сказал... Нет, конечно, это абсолютно вот ваша фишка, была дурость. Да, фишка вот эта uh-huh. вот. Я так воспитан, я не могу принимать финансовую помощь он от сказал. Женщин. Да. И, конечно же, ну, здесь, конечно, хочется прям помочь человеку. И, естественно, за 3 месяца мы завершили ремонт, и мы туда въехали. Очень интересно, как у нее голос, когда она что-то пытается ласково сказать. Если у нее такой голос в жизни, типа, да, то что она там, зайчик, зайка, как... Когда с чемоданами въехала туда к нему, он не офигел, нет? Так я же постепенно то маленькую сумочку, то носочки, то гель для душа, то ему какой-то подарочек. То есть это было постепенно, это не было так, вот я приехала с чемоданами, принимаю меня, какая я есть. Ну он-то к этому как? Не говорил, Свет, что ты все по одним трусам-то приносишь? Уже принеси всю недельку. Нет, или он как? Нет, он так не говорил на самом деле. То есть его все устраивало. Вот на поверку, на поверхность его все устраивало. Но это опять же ваше умозаключение, Свет. Ну мы же общались, то есть он же мне не сказал, не надо ввозить свои вещи. Ну ему тоже было неловко. Вам неловко было ему не дать деньги, чтобы он на пустом полу спал. А ему неловко было сказать, Свет, ну хорошо, денег дала, спасибо, отдам, верну. Когда-нибудь, следующим летом. Платье какое-то другое, потому что...
платье такое. Платье, на платье здесь маленькое кольцо такое висит. Пожалуйста. Потом сам купи. Она тебе для денег даст, а ты не возьмешь, короче. Ну хорошо, вот уже все, въехала туда, что там началось? Въехала, сначала мы въехали, у нас не было кухонной мебели, то есть у нас была ванна, туалет и кровать. И, соответственно, до такой степени я вот хотела семью, чтобы мы не расставались, что у нас... Еще взяла кредит. Нет, не то, что кредит. Я даже из столовки, которая у нас на работе, я таскала еду, чтобы только дома, чтобы только вот мы вместе... Какие же мы дуры. Да, а потом взяла кредит, чтобы купить вот эту кухню, заполнить. Ну, из этих кредитных, правда, мы вернули мне часть денег, потому что уже разговоры шли об этом, уже на стадии конфликтов мы находились. А конфликты из-за чего? Конфликты из-за того, что я чувствовала себя опустошенной. То есть... Однажды, возвращаясь от мамы, вот я просто произнесла такую фразу. Называется «Игра в одни ворота». Вот, совершенно верно. То есть я ему сказала, ты знаешь, я чувствую себя опустошенной морально, психологически и финансово. А он не сказал, детка, а кто тебя просил об этом? Ну, тебе было самой в кайф все это делать, я тебя не просил. Потек был такой, тебя никто не просил, да, тебя никто силком не тянул. Ну, вот. Я, говорит, вообще сделала ошибку, что я показала тебе эту квартиру, надо было вот как мы встречались, так и встречались. И это наш опыт, моя девочка. Да. И я это совершила такую глупость, и Роза, Василиса нет, Василиса жадная. Она только с рукой может деньги отдать. Только ей всегда несли меха, бриллианты, а она но нет. Но мне тоже понравился этот ход по поводу плохой приметы. Да, приметы это ко мне, да. Мне кажется, это бред. Мне кажется, бред, когда женщина пытается тянуть что-то деньгами. Это неправильно. Мужик должен зарабатывать деньги и нести их в семью. А осталось в накладе? Вы знаете, в накладе доверительный как бы кредит, да, образовался, который он должен выплатить, но при нашей последней встрече он сказал, что я надеюсь, ты считаешь меня порядочным человеком, глядя мне в глаза, я выплачу эти деньги. Я говорю, я считаю порядочным тебя человеком. А сейчас бы как-нибудь с адвокатом там расписывать. А он что скажет? Он скажет, детка, тебя кто-нибудь просил? Не просил. А чеки не остались у вас? Вы знаете... А зачем? Это была его воля. Договор-то оформлен на меня, на самом деле. Ему-то что? То есть у него... Чеки, я имею в виду, кухню вы купили. Хорошо, он скажет, снимай обои и плитку. Он все себе в папочку, да, сложил. Очень педантично, аккуратно. Нет, но потом он хочет чувствовать себя порядочным. Это дает надежду все-таки, что... Прямо порядочный. Сейчас он порядочный. Завтра он придет какая-нибудь, и все, и вся порядочно закончится. Нет, я все-таки на благо надежности, я не потеряла веру в людей. Потом у него семья очень хорошая, они приняли меня с распростертыми. Сама накосячила, сама сделала одну глупость за другой, некого винить, кроме себя. Сама виновата. А сколько еще кредита вы выплачиваете? Выплачивать в течение 5 лет. По поводу суммы я буду уточнять на днях, но в конце суммы набегает около 900 тысяч. Каждый для себя выбирает сам дорогу, но она считала, что ей хочется сделать мужчине приятно. Почему бы и нет? Но есть ощущение, что больше такой глупости не совершишь? Ощущение есть. Я проанализировала ряд ошибок. Что на самом деле женщина, основной вывод, женщина должна быть женщиной. Мужчина – локомотив, женщина за ним. Что у вас сейчас есть? У меня что есть, в каком смысле? Ну, я имею в виду образование, образование профессия. Есть, профессия есть, работа стабильная. Где живете, в Москве? Живем в Москве, живем с родителями, с сестрой, с младшей. Соответственно, ну, у меня есть автомобиль, но я этим как бы не кичусь. Я даже не кичусь своим образованием, потому что порой это пугает мужчин. А зарплата неплохая? Зарплата хорошая. Никому только больше об этом не говорите. Да. Девушка, которая должна воспитывать детей, у нее должно быть хорошее образование. А вот ваш бывший-то, он тоже вам ровня был? Хорошим образованием? Вообще, чем он занимался? Вот вы знаете, есть такая прекрасная фраза «уровень притягивает уровень». В данном случае я притянула антиуровень. То есть, по-моему, он без высшего образования, и профессия у него странная. Ну, то есть, какая? Человек совершенно не интересующийся мусоросборщик, ничем. Мусоросборщик, что ли? Какая странная? Мусоросборщик? Нет, персональный водитель. То есть, крутит баранку шофер. Свет, я считаю, конечно, должен быть мужчина взрослый, солидный, умный, интересный. Статусный, интересный, который будет вами гордиться, потому что есть чем гордиться. Вы, конечно, распугиваете своим командирским голосом, но я понимаю, что это просто такая физиология, к вам это не имеет никакого отношения. Да. Что вы мягкий пушистый, человек. Ранимый человек, ранимый, душевный, да, щедрый, семейный, судя по всему. Хорошая подруга. Красавица. Да. Будем такого искать. Реально, ее мужику сейчас 40.
43, 40-45. Это точно не я. Звезды говорят, что наша героиня, как и большое количество наших соотечественниц, любят в мужчинах мощь и силу, но, к сожалению, мощь и силу внешне проявленную физическую. Все девы, родившиеся в 70-х годах и в начале 80-х, к сожалению, обладают одной большой проблемой мировоззрения. Там в гороскопе квадрат Солнца и Нептуна. Они мелкое ценят больше, чем крупное иногда, чем большое. И зацепляясь вниманием за какие-то мелкие детали в образе мужчины, способны делать выбор в пользу них, забывая о том, что он должен еще что-то и глобальное в семью делать. Поэтому, если вам нравится, как он вас подхватывает под бочок или красиво окурком стреляет куда-то в урну, то такие. Нет. Это вот именно отдельный конкретный кластер. У тебя в гороскопе нет квадрата Солнца. Ну, я тоже на это обращаю внимание. Я тоже легко покупаю. Но ты глобальное не забываешь, да. Ты умеешь выделять приоритеты. А это те люди, которые действительно внимательны к мелочам, но большое могут упускать, слушай, к сожалению. Мне кажется, вы такие женщины все вот на это. В общем, мы сегодня должны с вами развеять обаяние мелочей. Вот именно, именно обаяние мелочей, сконцентрировать ее на главном. Хорошо, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Баска, ты кормить-то бросила? Нет, я еще... По ночам мы кормимся. Днем не кормимся, а по ночам кормимся. Светлана, меня зовут Илья. Это вам. Спасибо. Познакомьтесь со своим будущим мужем. Илья, 32 года. Родился в семье военных. Работает менеджером в рекламном агентстве. Увлекается охотой, играет в хоккей и каждый вечер делает зарядку. Гордится своей дочкой. Мечтает познавать мир с любимой женщиной. В браке со своей женой Илья приобрел немало седых волос. Но решение о разводе принял совсем по другой причине. Надеется, что со Светланой он будет счастлив. Так вы сами себя довели до седых волос в браке или жена помогла? Супруга помогла мне благополучно. А женились по любви? Во избежание того, чтобы была неполноценная семья, скажем так. То есть по залету, да? То есть она забеременела? Ну, скажем так, да. Ну, такой спокойный парняга. Угу. А ответственный, видимо, судя по всему. Она орала на ребенка. Ну, вот от когда, усталости? Знаете, были просто конфликтные ситуации в том, что, ну, я просто очень много в тот момент работал, да, и у меня не было возможности, скажем так, может быть, больше внимания уделить. А она уставала, растолстела после родов, начались комплексы, началась ревность, да? Ну да, у нее как бы вот такие вот комплексы в ней внутри, в самой, как бы я их как не пытался убить, и не получалось. А когда, сколько было ребенку лет, когда она на него орала-то и срывалась? Ребенок, вот развелись мы, год был, ребенку исполнился, да, срывалась она, но на протяжении всего времени, потому что уже как бы, ну, своими скандалами она во мне убила какие-то чувства, какое-то тепло, которое могло быть. Нет, она на вас срывалась, а на ребенка, как на ребенка параллельно так же, ну, на грудного? Ну, на маленького кричать, что там, не знаю. То есть, значит, вы, может быть, от усталости... Да, от усталости. Вы работая на двух работах, да. Приходя домой после одной работы, помогали ей с ребенком. Да. Мыли, убирали, стирали, кормили. Ну, потом уходили на другую работу. А она что делала в это время? Ну, у нее было занятие ее любимое, это социальные сети. Там она проводила свое время все, там ее понимали, там ее видели такую, какая она есть, и всем все нравилось. Да, блин, нормально у тебя была девчонка, зря ты ее бросил. Да, ну стоит на улице, ждет тебя. Да. Ну, классанка тебя поджидает. Когда Илюшка, вернись. Сейчас ваша бывшая живет в вашей квартире? Нет. А где она? Ну, она живет у себя. Я живу у себя. Помогаете? Как бы. Ребенку. Вы москвич? Нет. Нет, откуда? Вы с юга? Да. Откуда? Кашир. Кашир, это Подмосковье? Ну, это условный юг такой. Ты Москва с юга. Я тут думала, с юга, с Кубани. Ой, да. Вам нравится, Светлана, вы ровесники? Да, внешне. Абсолютная красавица. Внешне. Безусловно. А вы, ну, Москва, Кашир, хоть недалеко, на чью территорию выберете? То есть к вам? Нет. Я приеду только к мужу. Скажите, а бывшая не претендует на вашу квартиру? Ну, а смысл какой? Все она было не до брака. Там вообще все было до брака, то есть поэтому... А ребенок прописан где? В квартире. В вашей? Нет, у нее.
Почему? Ну, так захотели, когда получала. Илюшенька, вот секундочку, я все-таки квартирный вопрос хотела решить. Значит, у вас однокомнатная, да? Нет, двух. Двухкомнатная. Вы отдельно живете, да? Да. Отдельно. Значит, вы туда. И опять будем благоустраивать? Нет, я надеюсь, въехать уже в благоустроенное гнездышко. Хватит благоустраивать. Нет, минуточку. Не такое, какое оно есть. Нет, ну вот что касается... А его вполне устраивает. Тебя вполне может не устраивать. Нет. Ты будешь его заставлять, чтобы он облагоустроил? Ну, что значит благоустраивать? Там стены есть, мебель есть, правильно я понимаю? Да, конечно, все. Ну, вот это вот женское прикосновение, да, вот это оно должно быть где-то. И опять у тебя снова здорово, опять его территория. Нет, обоев не будет, полов не будет, мебели не будет, все. Будешь жить, что есть. Буду жить, что есть, и в процессе совместной жизни, если мы примем решение совместное. То есть надо все выкинуть, оставить это, туалет и диван? Нет, она покупать нет, не наоборот. Хотела бы это для вас. Нет, она хотела бы, чтобы это уже было. Ни в коем случае, я не хотел бы, чтобы для вы платите алименты. Вообще, как вы относитесь к тому, что вы есть кредит? Ребенок? Нормально. Я отношусь, если мужчине 32 года, мне кажется, это нормально, когда в таком возрасте у мужчины есть дети. Страшнее, когда в 39 у человека ничего нет с душой. Более того, человек демонстрирует себя как ответственная личность, раз он платит алименты. Хуже вот эти вот бегунки, которые от алиментов скрываются, на них жены в суд подают. То есть я не против. Как бы, чтобы человек платил алименты. А вы готовы к тому, что нужно торопиться, Светлане, и пару детишек прямо в ближайшее время? Я вообще насчет детей против-то ничего не имею. Наоборот, это дети, это цветы жизни. Я думаю, я его произойду на несколько шагов вперед. Тем более у нее друзей нет. Тем более у нее нет друзей, а тем более я так хочу попробовать ее пирог. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание наедине? Пожалуйста, пожалуйста. Уходите. Очень вкусно. Угу. Да это кота. Тебе можно. Да, я знаю, я просто стесняюсь есть. Говорят, ты из семьи военных? Да. Как это отразилось на твоей личности? Ну, когда был маленький, наблюдал, как очень быстро по тревоге собирается. Ты также будешь нас собирать всех быстро? По тревоге? Смотря куда. Ну, я не знаю, смотря куда. Ну, вообще, в целом, по жизни. Скажем так, каждая ситуация требует своего решения, поэтому я думаю, что здесь уже надо по ситуации, уже по существу. Угу. А если я буду, допустим, прости, что перебила, опаздывать на 40 минут на свидание, ты меня убьешь потом? Зачем? Мне кажется, Света его задавит. А что, наверное, такой нужен? Своим интеллектом. Каким интеллектом? Вы знаете, он в браке работает менеджером. Интеллект очень редко становится поводом для того, чтобы как-то не сойтись во мнении. На самом деле, неравенство, некоторое неравенство семьи только сближает и в интеллекте иногда, и это частенько бывает. Но тут важнее другое. Вам не показалось, что он довольно язвительно говорил о своей бывшей супруге? И не показалось ли, что он человек не очень душевный? Возможно, да, я на это обратила внимание, то, что поскольку он о своей супруге так отзывается, да, он может потом в дальнейшем также и о Светлане отзываться, да, если что-то не заладится. Да бросьте, достала она его. Возможно, он сам был провокатором, то есть это с его стороны. Какой провокатор? Мужик работал на двух работах, еще за детем следил, она сидела в соцсетях. Какой просто провокатор? Это вы по его словам. Это же он со своей колокольни говорит. Ничего не по... Маленький ребенок требует большого внимания, и все мы про это знаем. А я вижу в его гороскопе соединение Солнца с Марсом в близнецах. Эти мужчины остры на язык. Я думаю, что он мог вернуть пару фраз про новую фигуру жены после родов. Она могла в комплексы вогнаться и уйти в эти сети социальные. Где ничего, хоть... ничего. Хоть я вот вообще, у меня слово. Муж на кухне жил, и я его даже не дергала. Придет, слава тебе, Господи, лишь бы только не приставал со своим супружеским долгом. Понимаешь? И что, на его завтра на работу идти, деньги приносить. Какие социальные... В сети, в этом, когда я хочется не понимаю, бесконечно да. спать. Нет, дорогой, не садитесь, сразу показывайте сюрприз. Тогда мне нужно Светлана. Даже без меня. Да. Светлана,
Я хотел бы с вами попробовать такую жизненную домашнюю ситуацию, да? Ну, скажем так, проиграть ее для того, чтобы, ну, в жизни они не случались. Угу. Либо по максимальной возможности случались максимально редко. А в чем она заключается? Ситуация будет заключаться в том, что вы приходите с работы, усталая. Ну, все, я поняла. Ну, а я мужчина, лежу на диване, играю в телефон. Вам нужна моя реакция. Ну, да. Привет, дорогой. Привет. Привет. Я дома, привет. Я с работы приехала. Опять в соцсетях сидим? Да нет. Ты так совсем обалдел? Я из дома, я с работы пришла. Дорогая, ты будешь меня кормить вообще? Не ругайся, все хорошо. Где моя сосиска с горошком? Дорогая, все решаем, ну успокойся. Ты же такая солнышко, такая красивая. Ты хотя бы встал бы, ты бы меня бы обнял и поцеловал. Вообще ситуация. Я не понимаю. Давай вот лучше этого. Сделаем, присядь, пожалуйста. Я тебя слышу, можешь убрать эту штуку. Могу, но пока не буду. Ты же такая красивая. Я хочу об этом кричать. Кричи. Кричу. Кричи. Я люблю тебя. Где моя сосиска? Я есть тебя хочу, я с работы люблю. Пришла. Мне все равно, я голодная, понимаешь? Да. Ты понимаешь? Дорогая. Я деньги зарабатываю, в дом приношу, где моя сосиска? Дорогая, все сделаем. Не кричи, пожалуйста, ведь ты же такая солнышко, ты такая любимая. Ну тогда обними меня, поцелуй. Где моя еда? Сейчас найдем. Да, да. Все. Про что было? Что-то я не поняла. Спасибо большое, спасибо. Да, чудесно разыгранная сцена, где он не обращает на нее внимания, но в глубине души где-то очень глубоко любит. Как-то мне кажется, что в браке с его бывшей на диване-то лежал Илюха, как-то органично у него все это было. И соцсети туда же. Да, соцсети, а сосиски все нет. Такая развязная поза, мегафон для чего-то. А встать навстречу, когда любимый заходит? Просто встать. Нога на ногу. Вот они, маленькие вещи, на которые дева обращает внимание. И я на это обращаю внимание. Это большие вещи, очень даже большие. Да самое главное, увидел. Понравился, не понравился, и слушать свое сердце, то, что у тебя внутри. А девчонки сейчас наговорят. Розалия. А что, ну нормуль. Ну чуть-чуть, а мне нравится. А что ты сама мне шептала про его ножки здесь за глаза? Да ладно. Теперь глаза скажи. Нет, я и говорю, что худенькие ножки, как спички. Такие астеническое телосложение. Откормить попку бы, откормить ему надо, как говорится. А мне кажется, вот эстетика в худобе. Вот мне бы такую худобу. Да ладно. В общем. Нет, он нормальный для этого. Понимаете? Сейчас себе хоть какой, как говорится. А он не такой уж спокойный. Ну и что? Ну и пускай говорит. Одна может приучиться на диване лежать, а другая наоборот. А у тебя, кстати, могло получиться. Ты ему ха-ха! И пошел, и он строем. Раз-раз. Привычку ему формировать. Что, неплохой? Вася, а то мы сейчас же не сами пробросаемся. Ну вот смотрите, удивительное... Я считаю, демонстрация вашего антиобраза. Говорили о том, что вам нравятся мужчины внешне физически сильные, такие брутальные. Конечно, его не отнесешь, Илью не отнесешь к этому числу мужчин. И при этом он не перестает быть мужчиной, достаточно жестким, достаточно резким в личном общении. Я думаю, что его друзья и близкие об этом знают. Скажем, довольно решительным. Вам нужно выбирать вот такую резкость и жесткость, которые не видны внешне. Но это не должен быть Илья. Все-таки и психофизика должна быть другая, и типаж немножко другой. Но мне кажется, что сегодня через нашу программу жизнь вам может показать разные образы, из которых вы потом выберете. Светочка, знакомьтесь со следующим женихом. Удачи. Привет. Здравствуйте. Ты меня совсем не знаешь, но у меня очень хорошее предчувствие по поводу нашей с тобой встречи. Это же тебе. Спасибо большое. Ты очень красивая. Спасибо. Юрий, 35 лет. Заместитель директора по развитию вендинговой компании.
Гордится тем, что побывал в 26 странах мира и пробежал марафон в 42 километра. Мечтает купить остров для своей будущей семьи. После первого опыта неудачных отношений Юрий пустился во все тяжкие. Надеется, что Светлана поможет ему остепениться. Здрасте, красиво, бедолага. Ну и как, тяжело вот так вот скакать из одной постели в другую? Очень. Да? Ничего не поделаешь, девчонки, это все от стресса. Ты думаешь, все-таки это тяжело, да? Да. А кто обидел так? Я приехал из Ессентуков в Санкт-Петербург. Перевелся учиться, и, собственно, это было 20 лет. И вот первая, одна из первых девушек в Санкт-Петербурге, с которыми начались отношения, она вот оказалась такой не совсем правильной по отношению ко мне. У нее с ней всегда что-то происходило. Да, это было... Что нужно было оплачивать, да, рассказывайте. Вообще, это было женщина-несчастье. Угу. В принципе, все было отлично, и я был там без ума от каких-то ее вещей. Она была очень озорная, веселая, там все время какие-то движухи но были. Но вокруг нее там все всегда умирало, болело. Да, у нас было море историй. Там, например, ну, одна из них, вот то, что действительно в какой-то момент она мне сказала, что родители попали в ужасную аварию, мама при смерти, отец отвез ее на лечение в Германию. При этом до этого она мне говорила, что отец чертовски богат, там, а я парень из деревни, приехал, как бы, ну, она говорит, у меня там отец очень богат. Я думаю, ну, классно, типа, классную невесту себе нашел. Вот. Но не потому что, а просто потому что, типа, вот, ну, как бы хорошая семья. Нет. Да, это не помню, оказалось, врушка классическая. Вот, но дело не в этом. Потом начались просто, типа, вот папе не хватает, папа там не может свои дела какие-то завершить, надо за него, чтобы ему где-то там что-то отгрузили, ему нужно денег. Там чуть-чуть, немножечко. Ну, окей, я нормально зарабатывал, как бы, и тогда. И, собственно, я, ну, давал ей это. Потом, ой, там маме нужно срочно лекарство перевести, папа там платежки не проходят, что-то банк не работает. Ну, окей, переведем. Ой, бабушка в деревне заболела. Классика. И вот так вот, да, классика. Это я потом понял, какой я был вот реально... Просто классика. Я просто платил. Если ее заинтересуют вот именно эти платежки, не платежки, тогда она... Клюнет на него. Мало того, она ведь не гнушалась ничем. Последней точкой стало то, что она себя оговорила, сказала, что у нее рак. Это вообще, это был вот... Вот представьте себе мое состояние, когда я начал ее подозревать во всех этих вещах. Я начал как-то пытаться дистанцироваться. И что ей осталось жить полгода? Да, и последнее, что она мне заявила, когда она понимала, что как бы я начинаю понимать, в чем дело. С крючка срываться. Да. Она мне говорит, у меня рак, и мне осталось жить полгода. Ну, у меня был шок. Я реально не... Вот как можно... Вот я ложусь в постель женщины... Никак не можно, это болезнь. Да, и она мне говорит, что она через полгода умирает. Да. Ну, я действительно в это поверил. А ко мне тогда невеста пришла. А? На четвертой стадии заболевания, груди нет. Она на меня потом еще в суд подала. Что это никак не объяснить, это болезнь. Вот, это называется Бога не бояться. Да, я один раз решил проводить ее. Она сказала, что она проходит курс лечения в клинике в Санкт-Петербурге. Ну, в больнице. Один раз хотел ее проводить. Она всегда исчезала просто и уходила. Я один раз решил проводить ее до этой больницы. Я прошел с ней практически до конца, там доехал до той метро станции, которая нужна была. Вот, и когда уже оставалось там до этой больницы буквально там пройти минут 10 пешком или 5, она просто ни с того ни с сего на улице устраивает мне истерику. Вот просто на пустом месте бьет мне пощечину, там скидывает руку, садится в тачку и уезжает. Вот, я стою как дурак посреди улицы, непонятно вообще, что произошло моментально, вот за секунду. Я так, а как, что? Юрась, да. Буратино давно читал? Да. Перечитайте. Не, ну я знаю наизусть. Вот пока живут на свете вот такие буратины, да? Как Юраська. Будут такие же лисички, алиски. Лех, мне кажется, он на тебя похож, если тебе вот бороду. Не надо мне вот это уже. Ты не хочешь быть Кием? Я не хочу Кием быть. А ты не хочешь быть бильярдным шариком? Юрочка, а вы заместитель директора в какой-то хорошей компании. Вы в Москве живете? Да. А здесь в Москве что, снимаете квартиру? Да, снимаю. В съемную пойдем, да? Ну, да, за своим мужчиной, если он будет моим. А почему нет? Бывают такие съемные квартиры, прекрасные. Ну, у меня есть по этому поводу... Гораздо лучше, чем ты можешь заработать, например. У меня по этому поводу есть определенная мысль. Я не хочу покупать квартиру где-то там далеко за МКАДом, там, ну, где-то в глубине. Я считаю, что если я переехал из Ессентуков в Москву, я должен жить в центре. Я живу в центре. Вот. Купить квартиру в центре, пока я на нее не заработал. Ну, понятно. Вот. Я считаю, что мужчина должен покупать квартиру, когда она будет составлять там, ну, не знаю, стоимость его 2-3-летнего заработка. То есть, когда он просто может взять ее и спокойно купить.
а не то, что залазить в долги, там, вынимать все, обнулять все карманы, там, занимать у друзей, брать кредиты. Это, ну, это путь не чемпионов. Юрочка, а я знаю, что вы недавно из Америки приехали. В воскресенье. А что там? И что там делали? Путешествовал. А у нас видео есть. Привет, дорогая! Это набережная Нью-Йорка. Это Гудзонский залив. Я бегу к тебе из Нью-Йорка. Осталось всего лишь 9742 километра, и я буду там. Москва, Первый канал. Давай поженимся. Беги за любовью. Слушайте, я уважаю людей, которые уезжают на отдых, и вместо того, чтобы отдыхать, еще и бегают по утрам. Вот у меня в голове не умещается. Молодец. Юр, ну у вас еще была одна барышня, после нее да, тоже потом... была любовь. Вы ее не изменяли, но на других девушек засматривались, то есть понимали, ну, что это не ваша, да, последняя? Было... Ну да, там была ситуация какая. Я действительно ее любил, это были очень серьезные мои отношения. Я не изменял ей, и все было у нас замечательно, но... И задаривали подарками, и все ну, было... Ну, я был тогда молод, и я только вот постигал большой город. А, ну, если тогда да, было давно, то давайте лучше к бонусам, которых у вас осталось два. Скелет в шкафу и... Давайте скелет в шкафу. Ну, давайте скелет. Ой, бабник, ну какие еще скелеты могут быть? Ой, это что такое, сколько сердец у вас здесь? Ну что, что? А что это такое? Ну, бабник. Сердцеед. Сердцеед, да. Ой, мама. Понятно. Ну, да, Юрась, да, ну нагулялся, да. Нет, так, как ощущение. А сколько этих сердец у тебя было? Много. Ну, много это сколько? Ну, что, он считал их, что ли? Джентльмены не произносят. Хорошо, первую, вторую сотни. Ну, суть по сердцу. Форбс или... Судя по тому, что... Форчин 500. Судя по тому, что волос на голове нет, они все на чужих подушках. Больше сотни, да? А не выдохлились вы за это? Я же бегу за любовью. Нет, я не выдохся. Я могу очень долго бежать. Хорошо, тогда сюрприз. Я же марафонец. Тогда сюрприз. Уже. Так как я очень много поездил, был в многих странах, я в каждой из них изучал некие традиции, как мужчины знакомятся, как мужчины делают предложения, как мужчины проявляют интерес к женщине. И вот таких-то самых интересных я бы хотел бы рассказать. Первое – это Испания. Там мужчины делают так. Это значит, какая она красивая, какая она божественная. Ну, в принципе, этот же жест используют наши мужчины тут, там, где я вырос, на юге. Вот. Собственно, потом, например, можно шурочку? Нет, вот так. В Южной Африке, например, делают вот так. Сексуально. Вот. Наверное, для этого же. Этим самым мужчина говорит о том, что ему нравится девушка. Да? Вот он показывает свое расположение к этому. Далее, например, ловите. Вот так вот в Болгарии предлагают руку и сердце. Мне нравится такой подход. Вот, класс. А в Эстонии держите кубик, бросайте. Его вот так подбить? Ну, можно так прям. Нет, вообще-то надо было кинуть, ну ладно. Вот это значит, что завтра вы меня поцелуете. В Эстонии делается так. Классический бабник. Да. Разберем в народном месте. Это Светлана кинула кубик. Угу. Ну что, Ирина и Елена? Ну, он ответственный, добрый. Он спас девушку от рака. Вам-то понравился, Свет? Загорелась такая ну, уже, загорелась, да? Потому что интересная личность сама по себе цельная. Вот как вы про меня сказали, могу про него сказать. Уверенно стоящий на ногах. С чувством юмора, видимо. Ну, а там жизнь покажет, насколько он ответственный, вот именно. Покажет. Насколько он готов сконцентрироваться и сфокусироваться именно на одной женщине, нет, а не следить за каждой юбкой и стуком каблучков. То есть. А вы считаете, что это прямо вот так вот щелк и все, и перестал на всех смотреть? Это только в интервью известных людей. Когда гуляк говорит, ну, когда я встретил свою Зинаиду, все, я перестал волочиться за всякими Василисами, понимаете? Поэтому...
Ну, не знаю, не знаю. Клевая. Понравилось? Да, да, да. Невеста или вообще сама программа? Не, ну, сама? Понравилось все, как бы у меня даже немножко в ушах почему-то там пульсирует. Мне кажется, что Юрий человек неплохой, и что он созрел. Но правильно, если будете перед ним ходить распущенная, злобная, придирчивая, конечно, он вас оставит. А вы останетесь такой же легкой, приветливой, открытой, дружелюбной. Зачем ему будет нужен кто-то? А звезды? С одной стороны, Юрий продемонстрировал нам здесь все задатки, все повадки завзятого бабника и в улыбке, и в манере общения с вами это читалось. Но он не мог показать свою сокровенную водную Венеру, которая выдает в нем натуру ранимую и человека, который действительно ищет любви и ее хотел бы. Я считаю, что его можно и нужно выбирать смело, да, при том, что руку на пульсе держать нужно всегда и со всеми, кстати говоря, не только с теми, кто демонстрирует эти самые повадки бабника. Но мне кажется, что это тот мужчина, с которым и внешнюю силу вы можете получить, уверенность в себе, в своих словах, и одновременно достаточно большую чувствительность, умение с человеком эмоциями обмениваться. Рассмотреть стоило бы однозначно. Но у нас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Привет. Рад познакомиться с тобой. Ты очень Привет. Хорошо выглядишь. Это тебе. Спасибо. Виктор, 36 лет. Техник в инженерной компании. Играет в футбол и каждое воскресенье с друзьями ходит в баню. Гордится своей самостоятельностью, мечтает о крепкой семье. После женитьбы Виктор с головой погрузился в семейную жизнь, а его супруга так была увлечена работой, что даже в постели оставалась менеджером. Виктор, а это была ее добрая воля, работа, или вы ее вынуждали, денег не хватало? Нет, это была ее инициатива. Угу. Ну, я как бы вроде бы отказывался. Может быть, ей так было плохо в семье, что она хотела убежать на работу? Знаете, так бывает. Мою маму, отчим покойный, закрывал на ключ. Она в форточку вылезала, представляете? Уезжала, закончила все немыслимые курсы, там, повышение квалификации, университет марксизма-ленинизма, потому что дома не хотела оставаться. Может быть, и с вашей женой такая же была байда? Ну, я согласен, на заперти не проживешь. Да. Как бы, да. Я там предлагал, как бы есть вариант, как бы, ну, вроде бы какие? С ней обсуждали. Какие там, вы варианты предлагали? Найдите себе какой-нибудь там на 4 часа, как бы, да, угу. Там работу там. Ну, угу. Конечно, общение нужно, потому что как бы это получается небольшой замкнутый круг. Был в браке, собственно. Вот, да, у тебя один ты девственник у нас тут такой. Дома не хватало тепла, не ждал да, вкусный конечно. Обед, бесконечное, там, ну, не знаю, неуютно, все разбросано, хозяйка плохая, ребенок орет, ну, не сказать, как бы все там прям так все что разбросано. Что вам под завязку, что достало? Ну, я вообще-то хочу приходить домой, не хочу приходить как бы в офис, да, там, потому что она вроде как и работу еще брала с собой на дом. Угу. Там, ну. Вам вообще не уделяло времени? Ну, какой-то уделял, ну, прям так не будем говорить. Ну, хорошо, а деньги это приносило ощутимые в семье? А мне это или не это интересно был чистый был. Интерес такой ее? Мне не интересно было, сколько она даже зарабатывала. А ваших денег ей было достаточно? Ну, не знаю просто, как это. У каждого свои аппетиты, нет, да? Нет, вы смотрите, нет, послушайте, никакая женщина, имея маленького ребенка, не пойдет кречить на работу, если муж ей дает хорошую котлету, которой на все хватает, понимаете? Никто не будет. Ну, столько я не зарабатываю, это однозначно. Просто то, что она зарабатывала, я с нее даже этого не требовал. А мне почему? Это даже не интересно было. Вот скажите, почему? Ну, не знаю, потому что, может, принципиальный я человек. А какая зарплата у вас? Про какую зарплату мы говорим? 30 тысяч? Это про мою зарплату или про визу? Это про вашу, да. У меня официальная зарплата 11 тысяч рублей. 11 тысяч? Да. Я на них существую и живу хорошо. А как ребенку-то надо? Тогда много становится понятно. Не представляю даже. Ну нет, я так думаю, что он дуркует. Не дуркует, Виктор. Официальная зарплата. На полном серьезе. Ну, официальная зарплата, алименты. И зачем ему сейчас сказать, что он получает на самом деле 11 миллионов, чтобы что его завтра ну, бывшая... Ну что, по нему не видно, что он 11 миллионов. Ну, да не видно, что говорю. 11 миллионов. Я с вами солидарен. Даже если зарплата... Мы просто пытаемся разобраться, с какого перепуга-то жена с грудным ребенком, когда ну, почему полежать грудным-то? Хочется, а не...
Почему с грудным? Я говорю, ребенок подросток. Если она вырастила девочку и имела возможность работать, а не сидеть дома или с другими мамами около садика, не курить, да, и не рассуждать, бог знает о чем. Она старалась, работала, развивалась. Пашут, да многие семьи так живут. Пашут с утра до ночи. Ну, я их поздравляю. Не до большой, я, например, любви. Да, ну как-то разбираются, как-то уделяют друг другу время. У вас? Техник. Тогда человек говорит: дорогая, я хочу от тебя. И перечисляет следующее. Не просто я не хочу, чтобы ты тут с документами на каблуках ходила, а говорит: слушай, давай так, чтобы я пришел, посуды не было. Или чтобы я пришел, был ужин. И да тогда нет, будет мир и лад. Про посуду даже и речи нету, как бы, да, это как бы, ну, все, она то как это бы умирала, было, как это бы все... мыла, как бы нет. С этим проблем нет. А как она, она легко согласилась на развод? Ну, думаю, что да. А дочери как объяснили? Ну, долго я как бы не прям вот так вот взял все и разорвал. Подумал, конечно. Ну, говорил там с дочкой по поводу этого, что мы с мамой решили отдельно пожить. Угу. Ну, конечно, она задавала вопросы. А как это? Я говорю, ну, так, вы там в своем доме, я в своем. Сейчас видитесь? Да, очень часто я ее вижу. А с женой в каких отношениях? Ни в каких. Я не хочу с этим человеком общаться. Мне кажется, его еще тянут. Прошлые отношения. Я, конечно, не знаю, сколько лет они уже расстались. А вы проживаете в Люберцах, да? Я, да. У вас квартира с родителями? Ну да. А, соответственно, Светочка, она только на территорию мужа. То есть мы к вам. Ну, если мы со Светой сойдемся, мы решим этот... Не-не, да как думаю, вы решили? У вас зарплата 11 тысяч, да, понимаете? Снять вы не сможете. Вот не поверите, мне хватает. Нет, скажите, вам... с бывшей женой где жили? На какой территории? На моей. То есть ну ничего же, мы да? же как-то жили. С родителями. И, да, и ребенок у нас был, как бы, и того, ничего страшного. Да, вы послушайте, большинство семей так живут. Все-таки у нас пол России так живет, а вы да. такие вопросы тут стоите, да потому я, что для вас это что-то странное. Послушайте, я как раз на вашей стороне. Спасибо. Я же озвучу пожелания невесты. А в следующем браке для вас важно, чтобы супруга не работала? Чтобы вот эта история не повторилась? Не, в данный момент уже как-то не столь важно. Может, я такой был придирчивый слишком вообще. Ну, а что в женском характере свои. Цените больше всего? Она какая должна быть по характеру? Идеальная жена? Мягкая, наверное. Если что, все идеальные жены на сайте двое.тв. Светлана, у вас остался один бонус. Семейная тайна. Хотите узнать? Да. Есть такая семейная тайна или семейная традиция? Ну, семейная традиция, конечно, есть. Как бы по воскресеньям всегда у нас почему-то на завтрак был омлет. И как ни странно, я тут услышал только недавно про сосиску с горошком. Про сосиску? Ваши мысли совпали. А вы любите сосиски с горошком и омлет? Да. Омлет не слышал? Как здорово. Давай сюда, что это делать? Какой молодец. Слушай, это первый раз в программе, когда мужчина кормит у нас невесту, да? Но это очень трогательно. Насчет конкурентности я бы, конечно, поспорил. Спасибо большое. А образование какое у нас? 9 классов. А, то есть у нас нет высшего, да? Все такие, о! И я все время тоже удивляюсь. В конце концов, все же говорят, кто-то выше получает, тот не выше. Правильно конечно. Ли? Конечно. А техник инженерной фирме? А что делаем? Сантехника, наверное? Это я для себя. Ну, сантехник, не сантехник. Ну, надо ну руки-то заточены, сделать. Да? Знаем, как что. Прикрутить, ну, да, привинтить. Ничего течь молодец. У нас не будет. Да. И с головы уф. Тоже. Ну что, богатый, Люберецкий, голова. Приготовили сюрпризы? Почему так прям сразу резко? А мне нравится. Да? Сюрприз приготовили? Да, есть, конечно, небольшой сюрприз. И мне нужно обязательно. Свет, я всегда хожу по воскресеньям в баню, уже много-много лет. Вот такой вот тебе букет. Спасибо. Надеюсь, там найдешь сюрприз. Угу, вижу, вижу. Сейчас молодец, какой затейливый. Можно сейчас посмотреть, Ваня. Можно. И сюрприз не просто. Сама. О, ух ты. Могу... Красота какая. Могу помочь только примерить. И цепочку подарить. Вот тебе и простой люберецкий парень. Вот да. как надо было заходить. Да. Драгоценности. Какие-то кубики кидают, там, яблоки. Молодец. Пометил. Окольцевал. Территорию. Спасибо. Порадовал. Спасибо большое. Парни, забирайте своего товарища и в свою комнату.
Все, молодец, все. Что веничек забрала. Пока. Да не веник мне, что твой веник нужен. А, ну видишь, как затейничка, да? Хорошая. Просто прекрасная цепочка и прекрасный подарочек. Вот наша. Ну что, девчонки, скажете? Сначала он мне показался каким-то достаточно грубым, резким, дерзким. Вот. Но потом я, возможно, взглянула на него с другой стороны. Я думаю, что он ждал нападок от нас, поэтому встал вот, да, в такую защищался, позицию. Защищался, да. А так, вполне неплохой кандидат, можно рассмотреть. Послушайте, он ироничный. Конечно, он гонит и по поводу 11 тысяч. Видно по нему, что он соображающий, он хорошо одет, он остроумный. И сразу столько знаков внимания. И накормил. Да. И веник. И золото, бриллианты. От Люберецких еще никто не уходил. Мне кажется, вот если к такому парню найдешь подход, получишь в ответ столько нежности, столько внимания. Просто не провоцируйте. Не провоцируйте. Я думаю, конечно, были проблемы в той семье, потому что ну, командир полка никому не нужен. Договоритесь с Виктором, все может быть. Роза, а тебе как? И мне тоже Виктор понравился. Это вот наш российский мужчина, который заточен под российскую женщину. Что нам там? Европа, не Европа. Да, у нас кому что нравится. Да, он будет говорить. Молчи, женщина, твой день 8 марта, как говорится. Но при этом последнее слово всегда будет за ним. И если вы опять правильно будете себя вести, ну, я имею в виду правильно поставить вот эту вот женскую, то последнее слово, конечно, будет за ним. И оно будет «да, дорогая». Эта история в его жизни, к сожалению, к несчастью, вообще никак не показательна. Он любит женщин нежных, трепетных и просто выбрал очень-очень молоденькую. Особу, которая, родив ребенка, изменилась. Ну, просто в силу того, что женщины и мужчины в каком-то возрасте меняются, мы все взрослеем. Он сам сейчас признает уже, что не в работе проблемы, и дома было убрано, как он сказал, все было в порядке. Это не хозяйственный вопрос, конечно. Просто она оказалась человеком не нежным, вероятно. А его Венера в рыбах, и такие мужчины любят женщин-рыбок. С точки зрения нежности, тонкости душевной какой-то. Ему нужно было действительно то, что он называет словом «поговорить», нужно было ощущение душевного родства. Неважно, взяла она работу на дом или нет, и неважно, там кофе или чай ему подносят. Не, Вить, но ей твой горошек понравился, правда. Я бы сам бы сконячил, я вот думал, почему одну вилку принесли? Елена, кого вы советуете? Я думаю, что Светлана сделает правильный выбор. Она сделает свой выбор, я к вам обращаюсь. Вы мне пришли с Ватей. Ей будет интереснее с кандидатом номер 2, с Юрием. Спасибо, Ирина. Я бы тоже советовала бы Юрия. Мне он больше понравился. Давай 5. Конечно, я вас вижу в паре с Юрием. У вас при нем будет и спинка пряменькая всегда, и глазки будут гореть. Для женщины это очень важно в браке. Всегда иметь желание нравиться, потому что опасность будет где-то рядом. С Виктором вы расслабитесь. Лясь-мазясь начнутся, вы просто расслабитесь, себя потеряете. Поэтому к Юрию. Хотя парни все, все прекрасные. Я думаю, на них будет много отзывов, и Виктор еще к нам придет. Ну, если вы к нему не пойдете. Но я думаю, Юрий. Розалия. Ну, здесь тоже вопрос выбора. Но выбора какого? То есть, если выбираете Юрия, то, в принципе, вначале с легкостью, потому что влюбчивость, все вроде как подходит, но потом стараться придется и все время это балансировать, в общем-то. А я, конечно, больше за Виктора. Почему? Потому что здесь вам придется себя уговаривать. Ну, где-то закрыть глаза на внешность еще, на что-то и так далее. Вложиться в него. То есть, ну, направить его, что, может быть, и учиться, может быть, не институт, а техникум какой-то по специализации. То есть, ну, какие-то свои. Но зато потом спокойно будете иметь рядом человека преданного, умного, хорошего, доброго. И такие вот, как наши российские семьи, живут по 40-50 лет и так далее. То есть, вот сами выбирайте. Но мне Виктор больше понравился. А звезды? Я сейчас ощущаю страшную угрозу. Ты очень не любишь, когда я никого не рекомендую. Я не могу вам никого порекомендовать из сегодняшних женихов. Разумеется, вы выберете на свое усмотрение, но я не уверена ни в одном из них железобетонно, чтобы их рекомендовать. И скорее здесь не сложится пары. Для того, чтобы как-то подсластить
это свое мнение. Я хочу рассказать нашим зрителям о том, какие даты для брака, для свадьбы стоит выбрать в 2016 году. Мне прямо как раз накануне Нового года, когда он еще только собирался вступить в свои права, часто задавали вопрос: а что же високосный год? Ну что же, вообще нельзя выходить замуж или жениться? Правда ли, что это неудачно? Нет, неправда. Во-первых, выходить замуж и жениться в 2016 году надо. И могу сказать, что моя личная практика и мировая статистика говорят, что браки в високосном году такие же крепкие и долговечные, как и в остальные годы. Ну, то есть они ничем не хуже, скажем так. Поэтому только високосность года не является показателем. Но, к сожалению, в 2016 году очень мало дат, которые были бы удачными для всех. И, конечно, если вы не можете выбирать лично для себя со специалистом дату брака для себя по своему гороскопу, то ориентируйтесь, пожалуйста, на вот то небольшое количество дней, о которых я сейчас скажу. Это дни 5, 6, 9 июля или 6 декабря. Вот это те дни, которые в целом универсально подойдут, ну, фактически любой паре. Я думаю, вы сделали свой выбор, он правильный. В любом случае мы вас поддержим, а вы проходите. Я думала, вы на завтрак яичница, сосиски и золото. У вас же есть золото, давайте посыпаем. Можно, можно, вот. Конечно, да. Хочешь, золотишко? Да, ой, мама. Это действительно лакшери, это лучше, чем по клубам в Москве. Я предлагаю всем выйти и поддержать Светлану. Боже, привет, мой. Юрий, я чемпион. Привет. Начнем жизнь с чистого листа, так? Я очень рад. Очень круто. Надеюсь, сделала правильный выбор. У нас есть пара Светлана и Юрий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи, рада за вас. Спасибо. Спасибо.